Ну, знаешь, на самом деле, знаешь, как мне не только, да, ты думаешь, там узнают, но у меня очень сильно еще и критикой одолевает. Ладно, я там, у меня уже непробиваемая кожа, там, знаешь, я с этого воспринимаю критику по-своему, а я видел, как люди, которые начинают, как они начинают переживать из-за какого-то говнокомментария, который появляется, и у них начинается стресс, они переживают, звонят, говорят, слушай, да мне там такое написали, неужели этот, неужели обо мне так люди думают? И, дружище, по-моему, рано ты пошел, вот такая популярность, когда о тебе будут говорить, то есть, а я говорю, имя, фамилию правильно называли? Ну да, я говорю, это самое главное, вот главное, чтобы имя и фамилию правильно называли, понимаешь, а как о тебе говорят? И тогда не надо лезть, будь готов к этому, ты думаешь, что тебя подымут, ты подымешься, да, и тебе все будут только аплодировать, нет, в тебя будут помидоры лететь тоже. Ты кому-то будешь переходить дорогу. Тоже надо быть готовым. Абсолютно. Поэтому я пусть подумай сначала, чем идти.